Ну и с самого простого буду начинать. То есть у нас есть позиция сидя, правильное вставание. Ушел вниз, правильно встал. То есть это у нас идет разогрев. Вот. То есть это по деталям, да? То есть сижу, облокотился, нашел опору. И такое диагональное получается вставание. То есть вот получается правая рука опора, левая нога опора. Себя поднял, вытащил ногу за руку, встал. Это у меня рамка соблюдается, когда я сажусь, когда я встаю. То есть здесь у меня соперник. Я его должен контролировать, чтобы он меня не продавил назад, не обошел мой гард. Я контролирую, встал, могу бороться, пойти в ноги. И могу обратно идти, закрыть гард. Пробуем, поехали. Комбинации к этому есть пока. Отдельно делаем, потом это можно все будет комбинировать. То есть встали правильно, ушли тоже правильно. Ну, мы сейчас тоже уходили правильно, все такая же, да? Как встали, так и сели обратно. Вот, сейчас можно уже добавлять. То есть у меня есть стойка, соперник, раз, закрыли. Ушли. Раз, закрыли. Ушли. Пробуем. Раз, 10. Там тоже правильное вставание будет. Плюс это добавляет всегда, потому что у нас должна быть привычка правильное падение. Раз. Правильное падение, нет слова падать. Правильно сгруппироваться и так далее. Просто назвали правильное падение. На самом деле вы должны правильно, грамотно сесть, смягчить свое падение. То есть, когда я падаю, я по сути ложусь мягко. Видите, да, я быстренько сел. То есть, если я падаю, я быстро сажусь. И минимальную высоту для себя выбираю, на которую я падаю. Это я учусь правильно падать. Соответственно, да, когда на бедро, конечно, мячу, я там не успею сесть. Но тем не менее, я уже по привычке группируюсь и падаю. Просто ноги начинают падать на локоть, на руку, нога к ноге, ударяются сустав в сустав, и это мне очень приятно. То есть первое, это у нас такое падение. Второе, у нас подскальзываюсь на банане. Вправо. Здесь тоже раз. Руки перед собой. Как тормоз действует, чтобы дальше не улететь, головой не удариться, сгруппироваться. Вот ноги, руки забывают, не успевая сгруппироваться, падают, и получается такой амортизатор головой в землю. То есть если не будет ковра, будет асфальт, не будет, будет не очень приятно. Ну, можно начинать, если не получается, чтобы они у вас оставались, это было видно. Так, так, так. Что много будет дрилов, они интересны, они используют во время дохода, да, и так далее. Ну и база, то есть, да. А с самого простого начнем. То есть приставной шаг, черепахи. Смотрится легко, не знаю почему, ноги начинают путаться. Вот прям не могут сделать и все. Вот я предлагаю всегда визуально поставить 4 точки. Раз, два, три, четыре. Для ног. И по ним надо, грубо говоря, перемещаться. То есть все время взаимозаменять ноги этими точками. На эти точки. То есть вот точки, да? Есть точка здесь. То есть надо сместиться. Раз. Обратно. Два. То есть идет сначала. И потом мы уже. Просто ноги начинают так делать, так делать. Нужно правильно, грамотно перемещаться. А как это работает? Надо смотреть вперед или вниз сейчас? Все зависит. Дальше. Стандарт. Это, я думаю, можно пропускать, я показал, вы это делаете, умеете. Вот. Дальше, взять один синус. Раз. Раз. Похожее движение сегодня, у нас правильное вставание. Здесь у нас обезьянка, как навысить, на удержание.
вопрос. Можно вверх? Можно прыжочком, если хотите нагрузку побольше. Не хотите, можно возвращаться в исходное положение. Раз, вернулись. Бамс, вернулись. Поехали. Так, упражнение паук, оно может быть, наверное, попроще. Суть такая же, но единственное, нужно будет сейчас там перевернуться. То есть все диагональная смена. То есть рука-нога по диагонали меняется. Раз. Взаимозаменил, да? Вот здесь была рука, здесь была нога, здесь была рука. Я меняю. Грубо говоря, раз. Два. Раз. Два. Бумс. Можно это медленно, можно быстро. Тогда будет очень крутая прокачка. Дальше. Суть такая же. Я себе веду потихонечку, даю сейчас похожие, да. Они дальше будут примерно будут похожими друг на друга по моторике, по движению. Вот. Сейчас уже переходим немножко в черепаху. Суть такая же, да? Теперь мы переходим в черепаху. Отсюда раз и закрылись в черепаху. То есть это как высь может быть сработать еще, то есть уже работа соперника. Раз, ушим. То есть если было короткое движение, теперь оно скользящее, длинное движение. Ухожу. Скользящее. Бумс. 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 Тяжко, да? Хорошая нагрузка. Что делаю? Ничего не делаю. Да. Ничего не делаю. Что ты там это? После. Даже не приседать. Черепаха. Кстати, у меня есть черепаха. Есть соперник, который хочет зайти за стул. Я его провожаю. Ухожу. Он опять идет. Бэкстеп. Ушел. Дальняя нога, вот я вижу соперника. В основном в черепахе сижу и смотрю, где он. Вот это я здесь открываю. Помните, я говорил, никогда не отключаю. Да, когда я отключаю, но в черепахе, например, я прячу ногу. То есть потому что вот так есть где мне зацепить и перевернуть. В черепахе я прячу ножки. Но когда я вижу, что соперника там нету, можно их раскрыть. И когда он заходит, я не хочу его опускать туда. Я его преследую, туда, чтобы мне вот так побежать. Понятно, да? Это будет долго, и он забежит. У меня есть короткое, хорошее движение, такое. Раз, ушел. Раз, ушел. Они похожи, да, обратите внимание. Они все похожи друг на друга. Просто для разного. И это можно использовать как дрил. Вы преследуете своего соперника, продолжаете преследовать. Раз, раскрылись, ушли. Раз, раскрылись, ушли. Потом уже добавляем мотор, быстрее что делать. А потом можно идти в черепаху. Раз, раз, то есть стандарт. Потому что это будет раз, два, раз. Понятно, да, как я уже начинаю все комбинировать? Mm-hmm. То есть где-то раз ушел бэкстепом, отодвинулся, он сюда пошел, я его слежу, он закрылся. Раз, выйти сюда. Раз, бамс, 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 бамс. Ушел в черепаху. Здесь опять такие движухи уже можно подключать в дрилы. То есть все, что, например, мы делаем, это прям можно для нового. Но можно на месте. В одну сторону. Это так просто, как бы для моторики, для всего тела.
таких позиций. Конечно, у нас нет джин. Но в принципе бывает. Раз упали, сразу можно ножки свои. Бамс. Ну это для чуть всего. Ворон дрил. А? Ворон дрил. Ворон дрил. Восьмал. Раз. Сначала можно руками помогать, потом можно не помогать. Потом добавляем, смотрите. Это мало. Вот такое маховое движение. Это мало. Раз, два. Маховое движение ты ногой. Сам. Это мало. Мы находимся в Черепахе, тоже как работа с соперником и так далее. Находимся в Черепахе, уходим на кувырок вроде как, но я не хочу кувыркаться. Ухожу, ну не то, что кувыркаться, слежу за соперником, смотря в какую сторону побежал. То есть раз, я сюда пошел, раз, и он не уходит, он обратно возвращается. Раз, есть обычный кувырок, да? А есть такая штука. Раз. Даже чуть мало. Раз, по лопаткам надбежали. Пробуем. Есть такой элемент. То есть делаем кувырок назад. Находим опору и выходим в такую позицию. Кувырочек. Нашли. Раз. Два. Раз. Два. Три. Вот. Вот еще один момент. Что у нас еще есть? Раз, вот, когда кувыркаешься. Здесь сейчас для опоры в ту сторону должен. Сгибать, ну? Так, хабгард, черепаха, привычки, ну, научиться со спины уходить черепаху. То есть здесь раскручиваемся, таким движением. И с этим захватом сейчас человек сам делает. Сюда уходим. То есть не просто накатиться, да? А таким скручивающим движением. Раз, два. Это тоже так. Ну, это уже когда разогрето. Потому что такие более резкие движения, скручивающие. Уходить со спины в черепаху или для слипа из хавгарда и так далее. Вот. Все, поехали, поработаем по заданию.